Так, все, готовы, да? Ладно. О, ребят, вы уже здесь. Вася, всем привет, я тебе еще. И наконец-то, долгожданная рубрика вернулась. Ну, про читербок. Ребята, вы не представляете, так давно у меня этой рубрики не выходило на канале. Вы посчитайте, напишите в комментах, я уже забыл, просто напишите в комментах, сколько там месяцев, я не знаю, назад, может, даже год назад. Точно не год. Ну, одним словом, давно. Ну, давайте начинать с нуба, ребята. Ну, по читербоку учитесь, вон, секретная такая, секретная такая, этот тайник секретный, учитесь, а чё вы тут? Все видно, пробраться могут, и все. И заутать самое крутое. Ладно, нуб. Я, конечно, ребят, коврики сломаю, извини, на вот коврики потом поселишь. Заново потом поселишь. Так, что тут у нас? Что это? Сундук. Ха, там рычаг. А ну-ка. Давайте сундук сломаем. Это что? Редстоун какой-то. Что это такое? Ладно, ребята. Так. Рычаг. Тут надо на крайне держаться тут. Ну, походу, ловушку какую-то. Тупо не доел. Ладно. Заходим. Только не это выбирать. Где рычаг? Ребят, моя логика. Моя логика вот тут. Ладно, мне тут. 3-2-1, сейчас угадаю. 3-2-1, сейчас угадаю. Вот это-то! О! Рычаг и лук. Зачем лук? Стрелять, что, блин, будем? Пау-пау, постреляй, ладно. Давай, ставить рычаг, давайте. Давай, давай. Давайте. О, сундук! Откройся, откройся меня, откройся! Нуп! Что? Фига себе. Тут голосовка. Так, короче, не важно. Ну, что мне тут надо делать? Тебе надо пройти паркур. Ха. Вот он странный, ребят. ТНТ? ТНТ. А это что такое? Это запасные вещи. Если что-то не так у меня пойдет, ну, понимаешь, да, ты понял меня. Тупого нуба. Да, я себя, конечно, прекрасно понимаю. Ладно, нуб. Не стоит так сказать! Себя винит! Ой. А что-то не так? Нуб. Ну да! Короче, вспомогательный сундук используй. Да, его, конечно, использую. Использую. Ладно, ребята, за кадром сейчас сломаем. Короче, ребят, я сломал сейчас. Ну, там. Лук, стрелы, все такое, так сказать. Хм, ладно. Ой-ой, ребята, что-то не так пошло. Ну, просто, ребят, сканер заработал. Сканировать, ребят. Короче, может, тут есть сундук, я вот так догадываюсь. О! Да, есть. И тут... А нуб, сейчас ты мне скажешь. Чё, рычаг не положил, да? Вот тот сундук. Извини, не забыл, но, в принципе, тут рычаг не нужен уже. Кстати, нуб, а что тут было, я что-то не увидел. Ты чё, реально не увидел? Там зелька прыгучести была. Ребята, я реально не увидел. Ребята... Напишите в комментах. Нубас не забыл ее? Положить. Ой. Ладно, если бы я не допрыгнул, что бы было? Было бы плохо. Эй. Да, не эпично бы было. Короче. Изи. Я говорю, изи. Что, попасть на него? Изи. О, попал. Отлично. О, сундук. Откуда? Так. А, ну я понял. Зелье прыгучести, зелье невидимости, вау. Ну, ба, спасибо, спасибо. Я тогда уж у тебя...
Вот, вот это возьму. И удачу. Ха. Ну все. Туманное зелье. Прыгучести. Неплохо. Зелька невидимости. Ух. Меня не видно, ребят, теперь. А дальше куда оно будет сбежать? Видишь эти факела? По ним и беги. Вау, как оно еще долго тут продолжается. Давай, беги, беги, и вот. Вау, круто. А у вас тут всех, да, дорожки помечены? Да, у всех. Тебе еще вот где? Я тут просто... На басу невидимость была. Ладно, профессионал. А что ты скажешь, кстати? Ну, Бас, что ты скажешь вот на этом? Очень круто. Все. Эпично там. Ну, все, я испугался. Ха. Короче, профессионал, что ты сейчас скажешь? Вот на этой фигне. Я сейчас тебе. А давай потрываем им нахер бошки. Да, все! Меня сейчас тут это врызеют или как-то. Так, что там нужно? А, кстати, надо броньку найти. Тупо броньку найти. Ну, слышь ты, блин. Так, все, давай, молчи, пацана, лучше. А то заспойлируют. Заспойлируют. Подписчики-то. Ладно, ребята. А что это, кстати, такое, пацана? Короче... Я как лошара забыл там кое-что таблички поставить. Короче, это легкий, ну, механизм. Там будет нормальный, сложный и очень сложный. Ладно. Ладно. Сейчас посмотрим. Это нормальный. Мне тут надо тупо подсоединить тут детальки всякие. Давайте я, ребят, все возьму. Чтоб, ребята, все хорошо работало, надо вот это. Опачки. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это что? Это что такое сейчас? Это что сейчас? Ты что, разбомбил меня? Ой, читер, это твое, что ли, было? Прости, братан, я нечаянно. Ладно. Читер, прости. Прости. Я тебе самую высокую ставочку сделаю. Другой. Так. Что нам надо сделать тут? Вау, тут. Мне нравится вот такой механизм, ребята. Очень он нравится мне. Делаем сейчас, ребят, с вами. Вот таким образом. Так. Не успел, извините. А это нормальный, да? А это сложный. А, ребята, чуть походу опять. Ладно, бывает, люди все забывают. Ладно, ребят, смотрите, что нам сейчас надо сделать. Это значит какой-то механизм, что ли? Ладно. Так. Извиняюсь, это что такое? А, ладно. А, тут у нас поршень. Мы, ребята, его кладем вот сюда. Блин, правда, надо вот это сломать. Тут у нас, ребята. Неудобненько получается как-то. И что, дверь откроется, блин, что ли? Я приколчика что-то... Или я что-то приколчика не понял. Так. О! Вау! Если делать вот так, просто тупо дверь откроется. Даже не откроется, а выломается. И... Короче, ребята, погодите-ка. Короче, ребята, дальше, ребята, надо...
побежать вот сюда и сделать вот такую вещь. Ой. Ладно, тогда просто тупо сломать. О! И все, что ли? Приз, что ли? Ну ладно. Вау, спасибо, профессионал. О, кстати, шлем. И два меча. И лук со стрелами. И это. Ладно. Профессионал. Я дебил. Мы пошли тогда с ребятами, да? Стой, стой, стой. Я опять тупо забыл положить книжку. Ты, а почему ты сейчас? А, не будем об этом долго говорить. Короче. Это грибы. Короче, ты можешь считерить эти грибы, ты можешь положить. Короче, в задании Бога. Сказано, в четвертом задании Бога сказано, что надо найти грибы адские. И чё? Их очень сложно найти, их только боги могут найти. И вот я добыл грибы адские и вот сюда положила. Ну, Бог там чуть-чуточку обнаглел. Короче, не наговаривай ничего такого плохого на Бога. Короче, профессионал, спасибо. Конечно. Спасибо, братанчик. Короче, ребята. А теперь к паркурчикам. Вау, тут паркурчик. Ну, паркурить я, конечно, умею. Это да, это все знают. Помните мои детские ролики? Мне 8 лет было. Ну, не такие уж они и детские. Я паркурить... Ой, вообще не умел. Ладно. Так, кстати, надо грибы сохранить. Не тупо в лаву не упасть. Бог. Иди учителя проходи что-нибудь. А, ну да. Если ты так возражаешь, тогда с радостью. Чё тут надо сделать, читер? Короче. Так. Короче, надо сделать парню. И чё? Положить её в сундук. А, я понял. Какой-то у тебя читер вообще язычное задание. А тен тен та 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 тан 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 та та. Я не дебил, ребят. Я просто проверяю просто. Возможно так делать? Этот проверяльщик, я короче, ученый. Ну, ребята, не тот злой ученый из одного моего сериальчика. Точно не тот злой ученый. Кстати, у нас тут уже есть вот эта вот броня, то что. Ну, спасибо, скажешь тебе. Алмазная. У нас же есть алмазка. Ну, ладно. Чем я делал-то? Я понял, ребята, не зря я делал. Короче, вот эту алмазку мы сейчас переделаем в назаритку. Читер, ты не знаешь, как кольчуга, да, крафтится? Да, я не знаю, я вообще не знаю. Я тоже, ребят, мы квиты, ребят, с читером. Раз... Кстати, Тимечева, а там есть этот золото? Ну, Бас, как тебе помягче сказать? Есть, конечно. А дай. Что дать? Золото. Сейчас, зачем тебе золото? Ну, Басик, в смысле зачем? Это круто же. Ну да, для Нубас. Ладно, я поделюсь с тобой золотом, Нубас. Так уж и быть, так сказать, так уж и быть, друзья со всеми делаются. Делится-то не делается. Кстати, ребят, я, ребята, могу считерить. Ой.
О! Я войти не могу! Ух. Блин, почему я не могу войти, в смысле? А вот они угодили! Ух ты! Читак сам читеришь, а тут на меня еще орешь. Тебе что, не страшно, что ли? Я что, от тебя двухлетний малыш, что ли? Так, 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 отлично. Ну, надеюсь, ребята, с Богом, так сказать. Я войти смог. Вот этот у нас сбежал, житель. Это ты, брат, это мой был брат. А ну-ка, давай ко мне, давай его что-то. Да, заткнись. Я тебе вон уже все тут сделал. Все, я тебе все сделал. Все, бери, оп, ой. Что все трясется? Ой, блин, выронил грибы. Что все трясется? А где мои вещи? Палка. Хорошо, что я грибы выбросил, ребята. Ой, выбросил, выронил. Жесть. Ой. О, камень. Блин, я нечаянно выронил. В смысле, это где жить? Меня зомбак убил, я теперь духом стал. А, понятно. Ой, блин. Ладно, житель, я добрый человек. Я тебе новую сделаю. Ой, ты же говоришь, новую сделаю. Вот, жареную, ты свинину, я говядину просил. Ой, я же, блин, я перепутал, хотел свинину. На, свинину! Ох, я тебе сюда кинул. Возьми сестру. Я что-то не умею там. Я пока что не разобрался с этим, как там. Просто тупо проникаешь. Ладно, все, на. Что, не можешь вот так вот через предмет? Я не знаю, как это. Тупо просто проникаешь же. А, ну ладно. Кстати, ребята, мне же рычаг надо сделать, ребят. Вот я сделал. Факел тут. А это что? Сундуки. О! Тут какие-то цифры с паролями. 5, 5, 100, 90, 124. Короче, тебе надвести пароль правильный. Ой, ну не, ну ладно, ладно. Так, давайте 100, 154, 124, 5, 95. Я правильно. Раз. О, двери открылись, отлично. И книга и перо. И вот это. Вау. Надо надеть. Жаль, наковальня поблизости. Ну ладно. Зачарованные яблоки и книга. Давайте, ребят, ее прочитаем. Это я, читер, привет тебе, чего. Короче, четвертое испытание Бога очень сложное. Там надо, короче, увидишь и помни, вода — это смерть, лава — жизнь. И ладно. О, короче, ты увидишь. И помни, вода — это смерть, лава — жизнь. И читер, ты офигел. Ладно тебе, чего, все, потом знаешь. Пока! Хм.
Значит, оно очень сложное. А, тут просто читеры и про хотят мне помочь с этим испытанием. Но бога они не говорят, это, конечно, хорошо. Ну да, тут читер чуть-чуть спалился. Так, ребята, что это значит? Что это значит? Что это, ребят, реально значит? Вот эта вот фраза. И помни, вода — это смерть, лава — это жизнь. Ладно. Вода — это смерть, лава — это жизнь. Странно, конечно. Ладно, бог. Он сегодня... Ребята, читер, почти направ того сегодня как-то. Ну ладно. Что у нас первое? А. Что-то я пройти не могу опять. Алло-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 
нету двери никакой. Ладно. Тупо прошел. Ладно, ребята, сейчас посмотрим, что тут есть интересного такого. Сундук. Книга. Так. Тебе нужно идти в шахту, а в третьем испытании наверх. Ну, шахта. Я не хочу это. Да почему мне мешает это? Это не мешает это. Тебе чего неинтересно это? Ребята, я уже бегу, я расчищаю. Все, ух. Это что? Ух! Обсидиан. Хера мне обсидиан. Хера. Хм. Так, значит, не, пока, ну ладно. А, в принципе, ладно. Я, ребят, вам не читер, ребят, не читер. Все, бежим! А, уже погорит, горит. Больно, короче, в жопе. Все. Я, конечно, попробую. Но не уверен, что смогу. Хотя уже смог. Так, это, наверное, для того, чтобы потушиться. Что вот это-то значит? Тут, ребят, у нас что? Вагонетка. Ну, вот где? Вот, например, и вот. Может, что-то надо такое собрать? Ну, ребята, не знаю. А тут рельсы, да? Походу, тут этот один факел надо поставить. Раз. Тут уже стоит. И тут, походу, тоже. Вау! Надо... Кстати, а зачем кататься? Опять пройти не могу. Надо, короче, разрушить, походу, преграду. Вот этим. Вот этим разрушить преграду. Это вы совсем? Да давай, Олеж. Короче, ребята. Давайте кататься. Ой. Не туда ты, блин. Погнал, вагонетка. О, пробил. Дальше у нас... Вау. Стекло и вот. Вот это. Зельки какие-то. Исцеление. Великой стремительности. Ауч. Ух. Так, исцеление. Кидаем. Ау. Раз исцеление. А все уже. Опа! Фух! Что тут? Еще панели какие-то стеклянные. Ладно! Я догадываюсь, кажется. А кое-чем. Ребят, смотрите, мне сейчас надо нарубить одно деревцо. Так.
Короче, ребят, я понял, кажется, что я вообще нифига ничего не понимаю. Так, крафтим мои доски, верстак. Дальше крафтим маяк. Походу, там маяк надо установить. Ну, тогда гол наверх, ребят, устанавливать маяк. Ух! Ух! Круто вообще тут. Вау, тут разные, прикольно. А это испытание можно и не делать. Грибы у нас есть. Ну, в принципе, а интересно, на деревьях что-то есть? Не, ребята, не. Хэллон. Я просто, ребят, посмотрю, есть интересно. Хоть лоточек, говна! О! Сундук. Алмазные блоки. А, понял, алмазный маяк. Вот бы назреет. Сейчас. А, кстати, где... Мне нужны слаймы блоки. Слаймы блоки. Ничего такого. Ничего плохого. Так. Фух. А ну-ка сюда-ка иди. Раз. А вот сюда мы поставим сундук. Еще стекло. Блин. Ладно, потом подберем. Так. Одна попытка, ребята, у нас. Одна попытка. В всякий случай яблочки сожжем. То разобьемся нахер. Понятно, я вообще, конечно, не умею спидранить. А это еще что такое? Это у нас мост, да, должен открыться. Ладно, ждем. Так, ребят, о, вроде построился мост. Из стекла, кстати. А вот и приз. А что я ничего забрать не могу? Походу, надо маяк, ребята, делать. Ладно, да, ролик, конечно, затянулся надолго. Ну ладно, ребят. Думаю, ролик вам понравился. Ну, понравится вообще. Ладно, понравился, ребят. Во! Ой, не надо верхушку. Блин, у меня кирки нет. Не надо верхушку! Блин, не верхушку-то не надо было. Я дебил. И вот он, ребят, наш долгожданный маяк. Я тупо, короче, вот это стекло просрал. Ну ладно. Сейчас мы его разными цветами закрасим. А, тут только одним, что ли, можно? Ладно. Ну я зеленым, ребят. А интересно, сейчас можно забрать приз? О, можно. Кстати, вы заметили, там кое-что написано. Вот тут сейчас я выложу все. Фиговое и ненужное. Давайте звук отключим. А. Ой. Так. Так, ребят. Короче, так. Берем вот тут вот меч, все такое, трезубец. И вот это. И рассматриваем. Вау, тут Никсти Майка, дача бесконечность и пронзатель. Слендерина, воспламение, бич членистоногих, буба, починка, добыча, бич членистоногих тоже. Никсти Майк, бич членистоногих, опять ледоход, отдача и верность. О, верность. Ну, и темечь обить членистоногих, починка, отдача, воспламенение, заговор к огня, шипы, тягун. Нифига себе, будет на ком-то проверить. И XZ100, отдача, починка, проклятые утраты, добыча, небесная кара, на яблоки. А, ребят, я типа ем XZ100. Вкусный, вкусный. Походу, на яблоко не работает, зачарование. Ну ладно. Ребят, короче, тут и меч.
Да. Кстати, верность, кстати, острота, починка и отдача. Кто не знает, что такое верность? Ребята, я верен. Так, ладно. Потом, короче, ребята, сейчас броню наденем. Теперь... Я что, летать не умею, что ли? А что у меня... Что-то у меня не летает, в смысле. А, во, все. Сейчас. Во, во. Ух. Ой. Опа. Так. Еще раз попробуем сейчас. Еще раз попробуем. Я сейчас очень испугался. Так. Ух. Жесть. Круто. Так. Надо times a day прописать. Times a day. Давайте на големе попробуем. У меня загорок огня. Гоу, голем. Гоу, братан! Гоу, братишка! Сложно. Опа, ой. Ты что, ты сам крутой? Да-да-да, думаешь. Да-да, ты сам крутой. Чувак. Ауч, 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 ча-ча-ча-ча-ча. Бок у тебя круто получилось. Выигрывает бок. Очень круто. И тебе, чувак, верность. О! Извиняюсь, конечно, братишка, голем. Ай! Не трогай меня, братанчик! Тихо, ты сносишь. Да, трогенница хотя бы. Ох! Как же хорошо. Ой, ребят, не видно. Омах! Братанчик! О, я его убил. Ладно, ребят, я думаю, вам понравился этот ролик. Вот что, всем пока, ребят, снять меня. Да, я понимаю, долго. Ну, всем пока-пока, короче. Просто тупо всем пока. О, мы выше даже этого жить. О-о-о, летать. Круто. Да, во. О-о-о. Тоже. И он пропадает. Не знаю, ребят, почему. Логика Майнкрафт. Неизвестная логика. Неизвестная науки логика Майнкрафт. О. Ух. Ух. Так, все. Вау! В кактус. Не попали, ребят. Давай. А, походу. Ладно. Короче, ребят, я улетаю. А, я... А! Кстати, ребята, можно обогнать трезубец? Я буду летать, летать, тупо летать, тупо летать. Интересно, он сзади меня? Трезубец сейчас за мной летит? Да, он за мной! Он за мной летит, он за мной летит. Очень круто. Смотрите. О! Трезубец меня обгоняет. И он все-таки попадает мне в руки. Неплохо. Давай вот этого... Ой! Бог, я извиняюсь. Читак. Нуб. Я тебя не воскресну. 3 дня. Амбок. А, это он сам. Это он сам. Ладно, ребят, вы все. Всем пока, ребят, всем пока. И...